Полицейский главк сегодня опубликовал кадры очередного визита в цыганский район деревни Верхние Осельки. Рейд прошел на следующий день после нападения на дорожных полицейских. В отдел увезли практически всех мужчин. Взяли тесты ДНК и отпечатки. Кроме того, в деревне нашли 10 автомобилей с перебитыми номерами. Выяснили, что большинство домов построены без разрешений. Налево все повернулись, туда, в сторону. Руки на плечо друг другу. Руки на плечи, впереди стоящих. Более 100 сотрудников различных подразделений полицейского главка провели серию обысков в частных домах населенного пункта. В результате несколько десятков мужчин, жителей деревни, были доставлены в территориальный отдел полиции. Напомню, накануне стало известно о нападении на двух полицейских, которые гнались за лихачом, а он спрятался в частном доме, где проходила цыганская свадьба. Толпа мужчин преградила путь стражам порядка. Кричали на них и толкали. Лихача сегодня суд отправил на 3 суток под арест.